capucchi e canucchi. Белиссимо! Белиссимо! Да, по-итальянски красота! Босс, а поехали в итальянский автосалон! Андьямо, спиди! О, тут еще собирать и собирать! С чего начнем? Альфа Ромео? Или Фиат 500? Смотри-ка, Баси, одна Альфа Ромео уже собрана. Значит, будем собирать Фиат 500! Супергерои, вперед! Какой красивый корпус! Желтенький, как я! Ставим в него ветровое стекло. И сзади должно быть стекло. Готово! Теперь фары. Вторая. Опа! А сзади фонари. Фонари красные. Стоп-сигналы. А это что я везу? Знаете? Ну что это такое? Правильно, это руль. Поставим его на место. Моя любимая деталь – шасси. Оси. Одна. И вторая. И шины. Ух ты, шинки-бензинки! Ничего не надевается. Похоже, я ошибся. Придется разбирать. А вот теперь наденем. Сначала нужно надеть шину на диск. А потом надеть колесо на ось. Вот так. Работает. Ну, Спиди, ты чего дурака валяешь? Давай собирать дальше. Давай. Монтируем салон. Переднее сиденье. И панель управления. Ответственный момент! Та-да! Как называется эта маленькая машинка? Фиат 500. Вставляем логотип. И впереди. Мы собрали Фиат 500! Мы супергерои! Скорее, фотографируйте нас на память! А когда будем собирать Альфа Ромео? Подписывайся на канал, чтобы не пропустить!